На окраине маленького дагестанского села Утлух спрятана под землей старинная мечеть. Вокруг нее ходит немало легенд и историй, которые будто магнитом притягивают в небольшой аул многочисленных туристов и ученых. Мечеть была построена в XIX веке, в 1208 году по лунному календарю, абсолютно бесплатно тремя местными мастерами. Долгие годы подземный храм был пристанищем запозднившихся путников, а местные жители молились в основной мечети в центре села. Но все изменилось с укреплением в стране советской власти. Ислам, как и другие религии, официально был запрещен. Именно тогда значение маленькой подземной мечети заметно возросло. Каждое поколение утлухцев вносило свою лепту в обустройство мечети. Сводчатые стены по необходимости укреплялись камнями, на полу стелились мягкие ковры, а для омовения облагородили природный источник воды. И сегодня этот подземный храм занимает особое место в жизни горцев. Жители села в своих молитвах обращаются ко Всевышнему именно здесь.